вкусно. Сейчас буду его выкладывать. Пока так телефон поставлю. Так, красиво, когда скулы видно. Ну, не знаю, ну видите тут, как говорится, что-то Леся мне там пишет. Мне нравится, когда черты лица красивые. Ну, а, конечно, первое время сейчас еще, как вы хотели, второй день только, и будет где-то чуть отекшее там. Губы чуть где-то синячки будут. Это нормально, это же процесс. Без него никак. Ты просто супер. Спасибо, мои зайки. Кушай с нами в эфире. Ладно, буду с вами кушать. Так. А еще, кстати, знаете, что я придумала? Я стала, кстати, у меня после того, как я отбелила зубки, нельзя ничего кушать красящее, нельзя кофе. Кофе можно с молоком. Кстати, нашла кокосовое молоко. Посмотрела, вроде углеводов мало. Вот. И мне нельзя, ну, такое все красящее, поэтому... Пришлось вот омлетик сделать. Вообще, кстати, я ем очень мало, я посчитала. Я в день, получается, кушаю где-то калорий 300-400. Ну вот, что я утром съела ягоды, то чуть-чуть ягод, кофе попила. Все. В течение дня я еще съела один батончик. И вот все, мое вот яйцо, мое, вы говорю, ну, такой нормальный первый прием пищи. Поэтому такие дела. Так. Жаль, что ушла. Женя еще позже. Возвращайся на проект. Ну, я бы могла бы вернуться на проект, только если, допустим, там были бы какие-то выходные. Не знаю, я просто уже не смогу 24/7 сидеть. Ну, как бы я люблю движение, я люблю жизнь, я люблю, когда... Здесь какие-то дела. Когда если ты что-то делаешь, ты знаешь, что ты делаешь это ради себя. А так просто впустую терять время, ну, как бы, мне не очень хочется. Я люблю ставить перед собой цели. Для меня важен каждый мой прожитый час. Что я сделала вот за этот час. Если у меня день проходит непродуктивно, то я уже начинаю испытывать какой-то стресс, что я что-то не то сделала, что я сижу на месте. У меня от этого начинаются тростники, поэтому вот это, ну, как бы дом-два, конечно, немножко не для меня. Я, если честно, если бы не Женя, я бы уже раньше ушла. Я была с ним, потому что я его любила. И поэтому я была там, где был мой мужчина. Если ему надо было там находиться, то я находилась. Как это, знаете, верная хатика. Но жаль, что это не оценили. Жаль, что люди не понимают это. Знаете, когда любишь, не ценят, теряешь и плачешь. Ого, у меня тут тарелище получилось. Сейчас покажу. Блин, я это все не съем. Я уже не могу столько есть. Сейчас отнесу тарелочку. Еще горячее. Так, пойдемте со мной. Кушайте. Я буду... Ну. Так. А Женю-то позовешь с собой? Куда? Нет. Максимум, что я могу, это с ним увидеться или пригласить его в гости на чашечку кофе. Все. Орех норм. Как шишки по бокам? Если вы так рассуждаете, тогда у вас шишки еще есть вот здесь, шишка еще есть вот здесь, еще вот здесь такие две длинные шишки, вот здесь вот это тоже шишки по-вашему. И это шишки, и это две тоже шишки. Господи, люди, лучше не пишите, не позорьтесь. Уля, почему не отвечаешь? Потому что я готовила, отвлекалась. Хорошо. Я покажу. Короче, для меня это очень много. Очень. Но, может быть, омлет оставлю на завтра.
Хотя я люблю его горячим, свежим. Кушать. Авокадо, помидорчик. Здесь я добавила немножко брокколи, сыр, перчик, чеснок сухой. Один желток добавила, он развалился. И я безумно, просто безумно люблю вот эту. Господи, как она называется, забыла. Короче, прозрачная эта лапша. Вот. В каком проекте ты участвовала? Дом 2. Фунчоза, вот. Точно. Фунчоза. Блин, знаете, за что я вас люблю? Вот что бы у вас ни спроси, вы мне всегда поможете, всегда подскажете. Я вот за это вас обожаю. Любая беда, которая со мной не случится, всегда найдутся те люди, которые отзовутся, которые помогут, подскажут. И это очень приятно. Колледж школы, да, и вот буквально пару дней назад была у косметолога. Надо было давно бежать с проекта. Ну, всему свое время. Я считаю, если у вас какая-то есть цель, и она пока, ну, говорится, не осуществляется, значит, ну, так надо. Всему свое время. Самое главное — иметь цель, визуализировать, думать об этом. А Вселенная, она сама все вам подстроит и сама вам сделает так, что у вас потом все по маслу попрет. Почему ребята на 60? Потому что вылеты возможны, а влеты нет. А, как говорится, если все оттуда улетят, кто тогда будет там находиться на площадке? Они же не могут остановить съемочный процесс. Сколько весишь? Вообще была 51. Сейчас, наверное, 50. Потому что, ну, я сама по себе чувствую, что я очень сильно похудела. Назад на проект? Наверное, уже нет. Я уже почувствовала эту свободу. Это когда ты... Твое, ты, как говорится, король своего времени. Ты король своей жизни. Все. Ты делаешь все, что хочешь. Просыпаешься сколько хочешь. Если ты сегодня целый день бегаешь, как белка в колесе, тратишь свои нервы и стрессуешь, хрен с ним, даже не ешь. Но ты хотя бы понимаешь, что ты это делаешь для себя. Ты понимаешь, что ты к чему-то движешься. Ты понимаешь, что это все не зря. Что через какой-то период времени ты будешь сам себе благодарен за это. Нита сдула губы, лучше стало. Ну, тут на вкусе, товарищи, нет. Я не знаю, я вот, допустим, никогда не буду осуждать внешность другого человека. Но вот, знаете, бывает, мне пишет, да, девчонка, я захожу к ней на профиль, а там, спросите, вот такая печенюшка, вот такая харя. Видно, волосы жирные, ну, такую женщину даже никто не захочет. Но это ее жизнь. Если она ходит такой страшной свинюшкой, ну, значит, это ее жизнь, понимаете? И я никогда не буду никого осуждать, никогда, ни за внешность, ни за его формы. Вот, допустим, разные же в жизни бывают ситуации. Вот человек просто не хочет, вот ему нравится быть, хрюкать ходить. Вот тот он хрюкает, ну ему он по кайфу, это жизнь, ему не надо вот эти вот туфли, ресницы, эти косметологи, быть ухоженной, ему нравится мужчинам. Ей это не нужно. Вот. А кому-то это нужно. Кто-то хочет, кому-то нравится, простите, красный цвет, а кто-то красный цвет ненавидит просто. Как можно это понять? Хорошо это красный цвет или плохо? Поэтому мне, конечно, очень приятно, что вы мне пишете и говорите свое мнение. Потому что это вы же мои подписчики, да, мне тоже как бы интересно читать вы. Тоже в какой-то степени пишет мне, кстати, тоже недавно читала, девчонки мне пишут под последним постом или предпоследним,
тоже такие прям приятные слова, пожелания. И я вот по возможности стараюсь отвечать, либо хотя бы поставить лайк на это сообщение, то есть дабы сократить время, но хотя бы на каждого, каждому дать знак, что я вижу это сообщение. И я стараюсь так всем отвечать, потому что, ну, в какой-то степени, как говорила Ольга Бузова, да, мои люди всегда со мной. И если вы на меня подписаны, еще вам что-то нравится. Какой рост? 1,73 м. Пупсики мои, мне позвонила Леся. Сейчас я ей перезвоню. Все, пока, целую, всех люблю, всем хорошего вечера. И всем прекрасной ночи и доброго утра.